Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Наше здоровье» и я, ее ведущая Елена Зуева. Сегодня мы встретимся с человеком, чье имя известно всем. И это лучшее свидетельство того, что человек этот неординарен. У него миллионы поклонников, хотя много и недоброжелателей. Он вызывает восхищение и преклонение одних и неприятие и зависть других. Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский впервые в мире посредством телевидения провел дистанционное обезболивание 3 хирургических операций. Повторить это достижение никому и нигде до сих пор не удалось. В марте 1988 года в прямом эфире телепрограммы «Взгляд» транслировалась первая операция по удалению опухоли молочной железы без медикаментозной анестезии. Анатолий Кашпировский находился в телестудии в Москве, а 39-летняя пациентка на операционном столе Киевского отделения нейрорадиологии и онкологии за 865 километров. Их соединял телемост Москва-Киев. Операция прошла успешно и сразу же стала мировой сенсацией. В 1989 году также успешно посредством телемоста Киев-Тбилиси Кашпировский осуществил анестезию еще 2 операций. Этими операциями вы хотели доказать и показать миру, что посредством телевидения можно лечить? Да. Потому что телевидение у нас предназначено для хоккея, танцев на льду, тенниса и всяких других вещей, которые не так уж важны для человечества, общества. Потому что для человека самое важное – это его жизнь. Понимаете? Спасение жизни. Люди живут вызывающе мало, они очень страдают, попадают на операционные столы. И очень многих можно спасти от этого именно психологическим путем, потому что существуют две медицины. Та, которая снаружи, та медицина, которая создается умом, руками. Так? Таблетки всякие, там, медикаменты, скальпели, это все наружно. А еще есть то, что есть внутренняя медицина. Если возбудить всю эту сложную организацию, которая у нас внутри, всю эту таблицу Менделеева, из которой мы состоим, не зря в Библии написано, то, что внутри, больше того, что снаружи, ну, гениально написано. Вот это то, что внутри, разбудить. А вот как разбудить, только не словами, потому что слова не ум. Слова – это посланцы ума, они в тело не вхожи. Поэтому я бы сказал так, что хоть ум и в нашем теле, но в наше тело не вхож. А вся мировая психотерапия основана на словах. А у вас проходит, а у вас больше. Спать глубже, раз, два, три, четыре, пять, еще глубже. А у вас проходит грыжа, дудки, не пройдет. Понимаете? А у вас темнеют волосы, не пройдут. Не потемнеют. Нужно как сказать, не говоря, ситуационно. Вот у нас на столе заяц серый. Как его сделать, чтобы он был белый? Ситуацию создать. Ведь природа подсказывает. Африканцы в Африке имеют темную кожу. Почему? Потому что много солнца. Заяц. Он когда белеет, то когда возникает ситуация, когда зима, когда холодное бело, ну давайте мы сделаем в пустыне Сахара холодное бело. Что мы сделаем? Мы облепим все стены белым, простынями, ватой, елочку такую сделаем, минус 40 сделаем при помощи кондиционера, на заяц теперь 2 дня белый. Так само и с людьми создается ситуация. И вот одним из факторов, одним из кирпичиков этой ситуации является то, что я сам являюсь методом. Я себе сделал имя навсегда. Имя человека, который сделал нечто такое, что оно до сих пор не повторено. Я вам скажу, что на этих телемостах я сделал 2 телевизионных моста, и там проводилось 3 операции. И если бы не было этих мостов, то не было на сегодняшний день пандемии психоцелительства. Знаете, эпидемия – это когда в узком месте какая-то развивается, ну, какое-то явление, подражательство какому-то там явлению, копированию. А когда это охватывает десятки стран мира или весь мир, это называется пандемия. Пандемия психоцелительством. И все оно основано на чем? Одни придумали, что лечат ручками, вот, выделяют энергии, которой нет, а другие начинают гипнотизировать. Вот это 2 таких направления. То и другое не дает эффекта. Анатолий Михайлович, вы как-то сравнивали организм человека с химическим оркестром, а болезни – дисбалансом этого оркестра. Что вы делаете для того, чтобы этот дисбаланс восстановить? Вот, ну, я не хочу сказать, что организм – это химический оркестр.
Просто в нашем организме существует химический оркестр, биохимический оркестр, а может быть еще и другой оркестр, электронные и всякие другие. Вот, потому что человек – это самый уникальный компьютер Вселенной. И если с этих позиций подходить к человеку, то очень многие вопросы получат свое освещение и понимание. Вот. А в двух словах это сказать очень трудно. Во-первых, каждый из нас, он состоит из таблицы Менделеева. Наш организм имеет все то, из чего состоят звезды. Вот. Дальше, каждый человек или любому существу свойственно программироваться. А самое главное, что каждая клетка, как и такого высокоорганизованного существа, как человек, и растение, она содержит программу нормальности. Вот это три кита, на которых стоит все то, от чего я отталкиваюсь в своей работе, с тем, чтобы вернуть человека в то исходное состояние, которым он был, вернуть его к нормальности. Вот, потому что в основном люди ненормальны. Я даже придумал на эту тему такое выражение. Быть нормальным более ненормально, чем быть нормальным. Я имею в виду ненормальность физического естества. Я однажды спросил в зале, поднимите руку, кто тут нормальный? Конечно, с такой легкой подделкой. Встал один, такой атлетичный, так руки выфрали. Я нормальный. Я говорю, садись. Почему? Я говорю, залысины имеешь. Уже ненормально. Бородавка, залысина, чуть-чуть там нос кривой, вот, пятнышко на зубах, уже ненормальный. Поэтому с этой позиции найди нормального. А объяснить так вот сложно. Понимаете? Нет, можно частично объяснить, так сказать, в планах или в рамках того, как я понимаю. Как я понимаю, потому что даже если я полностью изложил свое объяснение, то все равно это будет далеко от того, что есть. Любая истина относительна, и мое понимание человека и своего дела тоже относительно. Но так как я понимаю, даже это, что объяснить, это займет много времени, иначе как? Как, допустим, пришли школьники в первый класс, как им объяснить алгебру? Сначала нужно научиться писать букву А, правда? Первый класс, второй, третий, десятый, а потом очень сложные дисциплины. Так и здесь. А человек сложнее, чем что-либо другое. Природа учит, как обратиться с человеком. Смотрите, вот Африка. Население имеет какой цвет кожи? Черный. Почему? Потому что там много солнца. Возьмите север. Вот эти северные народности. У них узкие глазки, маленькие носы. Потому что мороз. Понимаете? Мороз делает носы маленькие. А возьмите людей, которые проживают, скажем, в Грузии, Армении. Там совсем другой климат, поэтому там должен нос быть более крупного размера. Просто такие примеры. Природа диктует. Вот, поэтому организм адаптируется тем, другим, третьим, десятым условиям. А если это протекает долгое время, то мы замечаем, я когда-то придумал такое выражение, что в Америке Америка все больше чернеет, а черные все более белеют. Потому что я видал таких африканцев в Америке, цвет кожи которых был, как у хорошо загоревшего человека. Но они же это были четвертое, пятое поколение, тех, кого когда-то привезли на галерах в Африку, из Африки. Так одежда. А придет еще 200-300 лет, и они будут белые. Вместе с тем количество черного населения увеличится. Поэтому тут существует такой парадокс. Вот, а что в моем деле, самое главное, это коррекция ткани. И отсюда вытекают все различия со всеми теми, кто занимается психологическим лечением. Потому что все зависит от той цели, которую ты хочешь взять. Моя цель – вернуть человека в сфере его физической ткани к былой нормальности. А эта нормальность записана в каждой его клетке и в сфере бессознательного «я». А как это делается? Это делается совершенно иными способами, которые являются общепринятыми. В моем деле, в моей работе абсолютно отсутствует гипноз, как ненужная вещь. Вот. Собственно, гипноза нет на свете, вы знаете? А есть гипнотическое состояние. А в мире психотерапии, существуют определенные каноны. И один из этих канонов,
что обязательно нужно вызывать гипнотизирование, транс. Это совершенно не нужно. Ну что толку, что человек будет в состоянии такого парциального, частичного сна? Ничего нет. Это не... Они думают, что при этом улучшается восприимчивость каких-либо внушений. А внушение что? Это программирование. Допустим, человек в гипнотическом состоянии, а ему говорят, а у вас проходит, а у вас больше, а у вас меньше. Понимаете? А когда возникают гипнотические состояния? Когда это делают специально, словами рисуют картины сна, вы успокаиваетесь, расслабляетесь. Допустим, человек задремал или дал гипнотическое состояние. Там 4 стадии. Но это возникает без всяких гипнотизеров. Это возникает, естественно, утром и вечером, 2 раза в сутки. Это возникает, когда люди путешествуют, в транспорт, самолеты, автобусы. Ну, возникло это состояние. И считается в мире психотерапии учеными, что это благоприятное состояние позволяет лучше внедрять программы. Что такое внушение? Внушение – это программирование. Вот я говорю, у вас проходит, это есть внушение. Встать, сесть, идите сюда. Понимаете? Так это есть внушение. А то, что это состояние возникло, они думают, что это способствует, что эти внушения будут лучше усваиваться. Что они зайдут не с парадного крыльца, а с черного хода, минуя критику. Потому что сознание притупилось, вроде бы как его чуть ли оно отсутствует, и поэтому можно навязать все, что угодно, а человек очнется после этого, и то, что ему навязали и сказали, уже будет его родным, естественным, как будто ему никто ничего не говорил. Понимаете? Ну, наивная теория совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому я от этого принципа абсолютно отошел, и у меня по-иному. Я не стараюсь вызывать гипнотическое состояние, потому что оно совершенно не нужно. Абсолютно. А сразу напрямую даю, так сказать, программу. Но я даю как? Тоже минуя, пытаясь миновать сознательное восприятие. А как? Но я стараюсь сказать, не говоря. Даже такой афоризм придумал. Ибо сказано вам будет, не говоря. А это дается чем? Ситуации. В свое время неправильную оценку дали телевизионным передачам. Они дали излечение миллионам людей, а нашлись такие завистники, клеветники, которые пытались охаять это все и всякими ложными путями уменьшить. И на основании этого вот нельзя делать массовые сеансы гипноза. Какой гипноз? Никакого гипноза не было. Именно массовые такие выступления, именно они дают. Поэтому я часто говорю так, когда вас будет много, то и меня больше. Вот, честно говоря, в моей работе часто спрашивают, какой у вас метод. Метод, вот я сижу перед вами, ходячий метод. Потому что много лет еще назад, когда провел телевизионные операции, телевизионные мосты, уже все. Просто стал в глазах людей, ну, несколько не таким, как все остальные. Телевизионные операции сделаны, все, это есть база и основа, на которой мы будем стоять. На этом мосту потом до сих пор стоит вся эта мировая такая целительская эта методика. Понимаете, они опираются на это. Не было бы телевизионных мостов, не было бы пандемии психоцелительством. И в конце концов они уже поверили в том, что, как я говорю, знаете что, до любого человека поставьте. Любого человека поставьте, и делать ему не нужно. Работа сделана. Пускай он просто сидит как манекен. Достаточно. И когда я от них ушел, они встрепенулись. Знаете, как в Высоцкого есть? Мимо носа носят чачу, мимо носа алычу. Они поняли, что ускользает бизнес. Потому что первые раньше меня увидели, что это бизнес. И потом взяли, посадили на экран человека, который абсолютно ничего не умел, не умеет, уметь не будет. Вот, а только махал ручками и, так сказать, и говорил, что заряжает там воду, крем. На самом деле никто ничего не заряжает. Но представляете, насколько было сильное впечатление от этих операций, что люди поверили, многие, что таки да, заряжают. Куда я не приеду, тут на сценах десятки, сотни банок воды стоят. Я был огорчен. Лечение по фотографиям точно так же. Ну да, понимаете, ну, можно привязать к чему угодно, привязку можно сделать. Фактически, это можно назвать плацебо-эффектом, скрытым, так сказать, внушением, привязкой. Но я-то сколько лет я мучился по этим дорогам, поездам, выступал в психиатрической больнице 25 лет. Я выстрадал эту идею, я рисковал свободой и жизнью. Своей свободы и жизни пациентов, а также свободы медперсонала, которые делали операции. Представьте, что вдруг кто-то во время операции умер бы. Где я был бы, где были бы все? А что делали вот эти все чумаки, которые пришли? Они рисковали чем-то? Они пришли на готовенькое, все было готово, сделано. В сознании людей утвердилось, что можно телевизионным способом влиять.
Понимаете? Поэтому им оставалось сидеть или молчать, или махать ручками, или чмокать, и все прочее. Но до сих пор меня путают. Вот в чем дело. Это как сиамский близнец, который никак не может себя отделить. Благодаря журналистам. А меня тоже называют экстрасенсом. Я не экстрасенс. Собственно, никто не есть экстрасенс. Экстрасенсов нет, не было и никогда не будет. Никто не будет выделять никакой энергии. Мы все одно и то же, только не одни и те же. Мы не можем как-то отличаться, в том, какое-то есть еще шестое или седьмое чувство. Этого нет. В ваших программах на НТВ вы даете оценку таких явлений, иногда порой даже мистических. Не имею права много говорить, вот, но сценарий не мой, сценария не было. Понимаете, я, когда приехал в Москву и делал эти программы, я почти два месяца просидел в этом автобусе, так, и очень много рассказал, а потом они были в затруднении, как это все сделать, вот, как это все уложить, какие-то рамки, почему им захотелось про эти привидения, про это все, про этих маньяков. Много мистических явлений вообще. Да, но я же не объяснил, закадровый голос объяснял, но не я. Это совсем не совпадает. Все, что говорит закадровый голос, абсолютно не соответствует тому, что думаю я. Хотя закадровый голос постоянно говорит, Кашпировский считает, думает. Как так может говорить? Он не знает, что я считаю и думаю. Только там, где я в кадре, это моя информация. Вот. Все остальное является тем, что я никогда не знал, не видел. И я совершенно не хотел по-другому, может быть, то и другое. Они думали, что показ вот этих всяких мистических явлений вызовет интерес. Я говорю, нет, интерес вызовет моя работа. А это уже всякие эти штуки это показывали. Они требуют более глубокого объяснения. Но, к сожалению, на это не пошли. Вот. И этих людей, которые там на экране, вроде бы перед которыми я сижу, я никогда в жизни не видел. Можете представить? Я никогда... Сложно. Ну, почему сложно? Вы же видите, как я там сижу, то так. Я сидел перед пустым экраном. Ну, понимаете? Я понимаю, потому что нельзя было поиначе, они иначе не могли бы сделать. Вот. Если бы не только меня одного показывали, все, то к ним могли бы придраться, потому что, знаете, у нас так, все, что хорошо, то считается плохо, а все, что плохо, то считается хорошо. Спасибо прессе, спасибо ее высокому интеллекту, в кавычках, что они такую чушь умножают, тиражируют, и большинство людей верят, что есть экстрасенсы, что есть биоэнергия лечебная. А этого нету, это обман. Анатолий Михайлович, в июне 95 года в Буденновске вы провели 9 часов в больнице, захваченной боевиками Басаева. И во многом благодаря вам переговоры удалось завершить мирным путем. Расскажите, пожалуйста, вы когда беседовали с Басаевым, вы применяли какие-то формы психологического воздействия? Чтобы какой-то там гипноз был, какое-то внушение, ничего не было. Я пришел туда по велению души. Знаете, как получилось? Я увидел сначала портрет Дудаева, когда ехал в такси на работу, я тогда работал в Госдуме, и мне его лицо показалось очень умным, умные глаза, я думаю, с ним можно договориться, как с человеком, Попов. Я думаю, что это он захватил. И меня Дума командировала, я улетел туда, вот. Но меня все боевики знали очень хорошо, мне не нужно было представляться. И с Басаевым очень хорошо говорили, вдобавок я там остался, вот. Остался, потому что понял, что другого выхода не будет. Если я уйду, то всех будет атака снова, и все погибнут. Поэтому я остался. А так как я депутат Госдумы, ну и, собственно, имя, то на это никто не решился атаковать. И я вел постоянно переговоры со Степашиным на эту тему. Вот, и в конце концов было достигнуто следующее, что Басаев сам предложил мне, что я отдаю заложнику. Впрочем, об этом можно прочитать в моем сайте kashpirovsky.com. Вот, называется «Теракт в Буденновске». Да, вот. Потому что немногие об этом знают. Но там фильм есть, там же есть фильм, понимаете, там есть фильм, там есть и мое описание. Вы читали этот рассказ, да? Там все в деталях описано, как, что и почему получилось. И это, я хочу сказать, одна единственная акция, когда заложники были спасены. Во всех остальных случаях до и после все заложники погибли. Только в Буденновске они были спасены. Благодаря тому, что удалось договориться с Басаевым. Вот. Вы знаете, мы с ним как разговаривали? Никто не действовал. Просто я был откровенен, с чистой душой. Вот. Беседовали совершенно на разные темы. Я его не уговаривал, не упрашивал. Но с самого начала, как только пошел в больницу туда,
то я проверил его на, кажется, на прочность и на прочность отношения ко мне. Я его спросил, могу тебя что-то попросить? Он говорит, да. 5 заложников, 5 беременных дашь? Да. Дал 5 беременных, потом 30 дал в конце. Вот. Ну, после этого, как я там был, ни одного выстрела уже не было, ни единого. Эти люди были спасены. Да, это, конечно, был беспрецедентный случай. Да, такой случай был, очень, очень повезло. Потом, уже так я хотел и при Нордосте. Он же, знаете, самое главное, вот, он дал слово, что он мой должник. Понимаете? Я хотел этим воспользоваться. Он должник мой был. И когда был Нордост, то я хотел туда полететь, и я бы 100% освободил бы этих людей. Потому что я бы ему напомнил, что мой должник. Ну, я знал, как знал, у меня был план, как сделать, чтобы освободить людей, которые находились. Но вы не были услышаны, да? Не донесли, видно. Знаете, как формальности. Попробую. Я из Бердичева дал телеграммы на имя президента, но я больше чем уверен, что они до него не попали. Не дошли. Знаете, как чиновники, бюрократы. Вот, иначе бы они были спасены. А я просил самолет, чтобы меня из Житомира доставили в Москву и договорились с теми боевиками, чтобы туда можно было пройти. Туда ходили, а толку с этого? Певцы ходили, ну и что, что это певец? Они там ничего не могли сделать. А в данном случае 100% было, он дал мне слово. А на Кавказе, знаете, я его спросил, это точно? Он говорит, у нас на Кавказе слова мне не бросаются. К любому новатору и человеку неординарному вам приходится сталкиваться с массой негатива. Много завистников, много людей, которые просто пытаются вам вставить палки в колеса вашей деятельности. Как вы с этим справляетесь? Мы слышим клики одобрения не в сладком рокоте хвалы, но в диких криках озлобления. Давно такие строки существуют, понимаете? Неприятно. Мне обидно за моего современника. Мой современник мою тематику как-то так не понял, не созрел. Понимаете, не созрел. Но признание такое глубокое, настоящее этого всего направления нам потом, как обычно всегда бывает. Это очень сложная отрасль человека, понимаете, сложное направление. И несмотря на такую огромную массу откликов. Вы смотрели мой сайт, сколько сообщений, да каких? Это не то, что там бессонница прошла, страх, навязчивое состояние, органика, телесные изменения. И не видят, особенно психотерапевты, не видят. Они не имели такой дороги, как у меня. Посмотрите на то, как они занимаются. Откройте психотерапевтическая лига России и почитайте, какие у них достижения. Занимается страхом, бессонницей, вредными привычками и навязчивыми состояниями. Баста. Больше ничего. Ни одного случая. Слово «грыжа» вы у них не найдете в этой лиге. Ну, ничего не найдете. Такого, что касалось бы физического естества. А человек умирает из-за физического естества. В прошлом году вы отметили свое 70-летие. И вы в великолепной физической форме. Как вам это удается? Вы делаете какие-то специальные упражнения, сидите на какой-то диете? Расскажите, пожалуйста. Упало с неба, никакой диеты нету. Вот. Ну, где-то есть какие-то такие правила у меня. Когда-то публикую. И упражнения где-то есть, но это не отражается. Спортом вы занимаетесь? Вы же мастер спорта по тяжелой атлетике. Ну, это спорт, это очень емко. Физкультура, такой близко к спорту. И последние годы где-то я посещал постоянно спортзалы, когда особенно по Украине ездил, по России. Все там писали журналисты, что я уехал в Америку. Это ложь. Я никогда в Америку не уезжал. Вот он вернулся. Посмотрите на сайте фотографии моих выступлений. Там видно, где в каких городах был, где в каких местах. Украина, Россия в основном. Ну и тогда я посещал спортзалы. Вечером или там днем посещал спортзалы. И часть моих занятий показана на сайте. Вот. Там веса еще какие.
Вот. Но это не является причиной, скажем, такого нормального внешнего вида. Я думаю, что больше здесь играет роль, что я не курю. Курение очень стареет людей, курение – алкоголь. А все остальное, наверное, от папы, от мамы, от дедушки, от бабушки. Вот у нас, ну, по линии моих родственников, долгожителей много, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, что я не уязвляюсь, понимаете? Какие только клеветнические ложные нападки есть в прессе, ну, что же было, ну, смотреть на них, вот, реагировать. Нет, нет. Это близко к сердцу? Никогда. Я в скафандре. Мне кажется, что я родился в скафандре. Вот, а впрочем, когда-то Григорий Сковорода сказал, мир ловил меня, но не поймал. И вот это мир этих букашек меня поймать не может. Я на них смотрю свысока и с презрением, понимаете? Вот, ну. Ну что делать, и всех их не переделаешь. Отвечать на каждую газетную статью, судиться, я просто потеряю темп. Какой образ жизни нужно вести, или как сделать так, чтобы, вот как вы говорите, отметать все ненужное и... Это очень сложно советовать, это нереально, нереально советовать. Понимаете, просто так сказать, какие-то пустые слова можно, но это не будет соответствовать действительности. К сожалению, мир сейчас так устроен, что люди страдают. Большинство людей страдают. И это миграция, как бы ты ни говорил, ты оторван от родины. И страдания неминуемы, если ты не устроился. Ну что можно сказать такому человеку? Вы знаете, я недавно давал интервью в Москве одному журналисту, Андрею Караулову. И он мне задал вопрос примерно такую же тему. Почему футболисты проиграли? У них не было стимула. Не было душевного стимула. Когда-то в немецком концлагере футболисты играли с немцами, выиграли. У них был стимул. Им нужно им было доказать, что вот мы сильны. Я им ответил таким афоризмом. Наша Родина приговорила нас на то, чтобы ее не иметь. Вот и все. Куда деться? Где хорошо? Скажите, где на географической карте сказать, что вот здесь хорошо, безопасно? Ну нет. Вы знаете, что что-то непопулярно в России, благотворительность непопулярна. А я, как только начал выступать и занимался благотворительностью, в моем сайте есть, Вот. Я дарил и квартиры, и машины, и так содержал где-то 150 семей афганцев. Содержал их. Мне было стыдно, что я как-то более богат, чем остальные. А сейчас сегодняшние олигархи, они хоть кому-то копейку дали. Да, он придет в магазин, у него 5 копеек упадет на пол, он будет... Прилавок перекинь, будет их искать. Как вы ведете статистику исцеленных людей? У вас есть обратная связь? Вам пишут на сайт или как это происходит? Сайт у меня молоденький, ему всего лишь год в апреле исполнился. А так во время публичных выступлений, я обычно беру, приглашаю 5 человек, у кого что-то прошло. Ну и мы записываем их. Мои помощники. Сами понимаете, в каждом городе другие помощники. Потому что я бываю в разных странах. Но несмотря на то, что это одно из самых слабых мест, плюс еще в те годы не было такой аппаратуры, как сейчас. Вот у меня столько, где-то около 2000 видеокассет небольших, так, с этими всякими рассказами. Но когда мне не хватит жизни это все опубликовать? И потому что одно дело просто статистика, а там есть фотографии, видео есть к этому. Ну, пока мы делаем фотографии и видео. Вот. И так мы дойдем до 2010 года. Нам 1000 людей. Попробуй собери 1000 людей с фотографиями, с их рассказами, что и как. А самое главное, что административная панель, она таит в себе, у моего сайта, их подробные данные, адреса, телефоны, e-mail. Так что в любом случае всегда можно проверить. Я бы просил всех, кто имеет результаты после моих выступлений по телевидению или во время каких-то наших встреч, чтобы писали на сайт. Я буду очень благодарен за это. Вместе с фотографиями желательно. Анатолий Михайлович, спасибо большое за участие в нашей программе. Успехов вам и здоровья. Я благодарен за это интервью, вот, что вы расспросили. Благодаря вам определенное количество людей получит более ясное представление не о моей работе, а о том, что может быть во благо человека совершено.